В Каталонии снова протесты. Теперь из-за ареста двух лидеров движения за независимость. К митингам присоединились и региональные министры во главе с президентом Карлосом Пучдемоном. Кроме того, Конституционный суд Испании сегодня признал недействительным закон, в соответствии с которым в Каталонии провели референдум. Местные власти уже заявили, от идеи независимости не откажутся.